Всем здравствуйте, друзья! Всем доброго дня! Пока что еще день ведь? 16:40. Это у нас получается скоро 5. Ну и получается скоро вечер. А мы после дня моноколесника, который у нас был вчера, видео уже, соответственно, на канале, решили сегодня немножечко поработать. Потому что сидеть нам скучно дома. Да и к тому же выловили отличный, прекрасный слот с коэффициентом плюс 1,8 в центре. И мы, как всегда, с вами по отработанному маршруту едем по мосту в сторону Восточной. В любом случае, друзья, я вам желаю приятнейшего просмотра и отличного облачного настроения. Вчера у нас было плюс 23, а сегодня всего лишь какие-то плюс 8. И несмотря на это, люди вон на велосипедах крутят прям футболочку. А коли я сегодня работаю до 9, значит, нужно одеться потеплее. Так что сегодня мы выехали в яндексовской желтой куртке. Всем желаю, ребят, приятного просмотра и хорошего настроения. Что, давайте начнем слот на сегодня. На 7 минут пораньше. Ребята говорят, сегодня какие-то сбои. В части того, что не отображается сумма, которая приходит за заказ. Так что, если что, на всякий случай, фотки буду делать, но уже в конце дома и прикреплять к текущему заказу. Гриль номер один. Вперед и направо. На трамвайном кольце берем. Спасибо. В одном из заказов была пицца, и было жутко страшно, большая эта пицца или маленькая. Как оказалось, она была маленькой, а я уже расчехлился, приготовился нести вертикально. Но день начался довольно-таки неплохо. Едем на Кузнечную отдавать первый заказ. Даем первый адрес. Thank you.
45 рублей. Доброго, приятного. Так, один заказик есть с гриля. Сразу же передаем заказ, раз музыка играет. Дальше у нас Уральская. Это еще через мост надо ехать? Да, через мост. Приходят деньги или нет? Давайте проверим внизу на всякий случай. А деньги-то отображаются. 176.11 за этот заказ, за первый. Ну и едем на второй, получается. Кидают нас на пионерку. Через мост попадаем на пионерку. Ну а как иначе? Только так. Туда я больше не хочу подниматься пешком. По тем лесенкам. Как вам такое? Давно такого не было. Перекресток кафе следующим заказом у нас идет. Берем и отдаем этот. Just like another season. Ни стука, ни звука от звонка. Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются. Добрый вечер, доставка. Дверку на этажу, пожалуйста. Спасибо. Беру же на этаже дверку. Держим? Все, приятно. Всего доброго. До свидания. Так. I don't worry. I don't worry. Так, закрываем заказ. И перекресток на Сулимова, это который где? В паркхаусе. Ну, поехали в паркхаус. Интересно, где там кафешка в нем. Так, ну и, соответственно, за второй заказ мультик с пиццей. Нам накинули 128.59. Вот такие вот циферки на повышенном кэфе в 1.8. Так в этом так. Кто он? Как он? Паркхаус. Так, можно было слева значит зайти. Привет.
Здравствуйте. Доброго. А вы откуда? Из Дестенги? Да, страдаем вот. Что там? Ага, вот. Так, чё? Чё и где, и куда? Да, только собирают не сразу пакеты. Так, заказик, мы с вами упаковали. И теперь едем на Камчатскую, куда-то далеко налево, наверх. И, конечно же, пятый этаж, как иначе-то. Камчатская. Ну что ж, тренируем лапки. И поднимаемся пешочком. Передали 2.5 часа до конца сорта. Ждем следующий заказ. И, конечно же, за этот заказ нам с вами отсыпали 268.98. Неплохо, всегда вот так. Вот там чаще было 30 рублей килограмм, или мне показалось? Нет, показалось. Какие тебе 30 рублей килограмм, ты что? Он же легкий. Фу. Вот падает у нас заказ из Пятерочки, которая прям там после Газпрома. Берем. Конечно же, берем, а то что-то тут как-то тухло совсем. Это центр раньше был. Ага. Заказ забрали и куда едем? Во двор куда-то тут рядышком на Вилоново. 6 минут дается всего. Добрый. Всего хорошего. Передали заказ. Окей. Так, 2.16 осталось. Консервная банка, да? Не дает показать, сколько. Окей, что-то внизу. Так, и за заказ в итоге нам упало около 100 рублей, наверное. 115.93. Пока что тишина. Ждем следующий заказик. Ростик спаркался. Берем. Все, что порхалось, все берем. Рэп.
126. Сейчас. Спасибо. Данила Зверева. Куда-то ближе к троллейбусному кольцу, что ли, типа того. Кстати, расположение лифтов поменяли. Я захожу и поворачиваю не налево, а направо. И у меня что-то так в голове щелкнуло, я понять не могу, в какую сторону и почему сюда. Ладно, хоть это же те же самые остались. Подаем с Ростикса. Сейчас поднимемся на этаж. Закрываем. Так. Подтверждаем и сейчас 52.50 минут до конца смены. Не знаю, в итоге нам упало 166.92. Что так их вообще не решает. Ну ладно, ждем следующего заказа и едем куда-нибудь туда. Сзади. Ну круто же, круто. Скажите, круто же. Что за рахел? Это вообще это что? Что такое? Ну давайте возьмем. Какой-то рахел. Странно, что такое вообще? Я так понимаю, нам сюда. Здравствуйте. Я вижу, вижу.
накидали нам знатно. Поэтому все накидали. Потому что что-то там квадратное, да. Я уже думал, что капец вертикально вести. Так, а ехать нам на академическую. Где же звук телефона? Есть? Идет? Да. Да, да. Спасибо большое. Пожалуйста, приятно. Всего доброго. За заказ мы получили с вами. $164.89. Ждем следующий заказ. Брать не брать. Ну давай возьмем так и быть. Перекресток на Блюхера. Опа. Ну ладно, что поделать. Начнем сейчас прямо и направо. И потом наверх. Не помню, когда последний раз я проезжал сзади. Ну вот, мы сзади. Привет, 5726 готовый. Воды. Сейчас что-то показалось.
нас выкинуло с Пионерки. Опять мы едем по этому мосту. Но, к сожалению, недалеко нас выкинуло с Пионерки. Буквально вот с моста съезжаешь и сразу же направо. Чтобы отдать заказ. Давайте я вам прям квартиру закину, тяжелый. Тяжелый я. Так доберусь. Я предлагал. Всего доброго. До свидания. Заказ не закрывается, потому что это бункер, блин. О, даже музыка перестала играть. Ладно, благо тут невысоко. Сейчас лифт уже должен открыться. Закрылся 35 минут до конца смены. Ждем какой-нибудь последний заключительный заказик, наверное. Куда-нибудь, я не знаю, направо, наверное, поедем. Или давай в сторону лавки скатаемся сегодня. Так что поедем в обратную сторону. Куда-нибудь туда. Может быть, там что-нибудь пойдет. Но за заказ мы, кстати, получили 180-68. О, два пакета. О, и падает следующий заказ у нас. Откуда? Аптека. Ну, давайте возьмем аптеку. Почему бы и нет? Заказ уже, конечно же, готов, потому что это аптека, логично. Едем. Собрал заказ. И куда нам его? О, налево как раз. Куда? Куда? Николая Никонова. Во как. Движем потихоньку. Блин. Расслабился. Получается, отъем сейчас этот заказ из аптеки, и дальше, когда подъезжал, упал следующий заказ из Ростикса. Наверное, тот, который тут, на этом, на ЖД вокзале. Больше так-то негде. Если только не центр. Ну, блин, за типа 25 минут. Посмотрим. Куга-шмуга. И велик, кстати. Педальками, наверное. А может, нет? Так, передали в окей. Первый. И тут, нет, тот, который на Ленина. Прикольно. Вот такого я не ожидал. Ну, на Ленина, так на Ленина.
Так, она покажет, сколько за заказ упало. Вроде музыка играет, значит, должна быть сумма сопредельно высокая, да? 124.08, спасительные. Держим дальше. Так, это... Заказ еще не готов. Ну, ничего страшного. Потому что это не так уж и много народу. Белинского. Вниз там получается. Под кольцо туда. Получается наоборот вверх. Ага. Ну поехали. Ну что, получается, финальный заказ. Что время уже 54 минуты. А мы до 21 брали смену. Хотя надо было брать больше, да. Так бы покатались, но. Поделать. Ищем нужную квартиру. Такой буквы. Давайте тогда наберем. Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются. Добрый вечер, доставочка. Нашел только 12-ю квартиру, а 12А не могу найти. А, ну прям вот 12. Где? Где? Где-то слышу, где-то дверь открывается. Два. Бесциферная, что ли? А, 2А. Два. Единицу украли. Привет, ну, всего доброго, до свидания. Окей. 3 минуты до конца. Ну все, получается тишина. Почпокали, скатаемся на лавку, посмотрим, может там где-нибудь есть, если нет, так поедем домой. И надо в лавке закупиться едой. Это главное, да. А за заказ нам пришло за этот последний заключительный 177.32. Нормально вроде? Да, почти 200. За весь день, конечно, рабочий мало вышло, но все же уже ничего. Так же, как, кстати, и в четверг, и в пятницу тоже 1,5. Ладно, делаем отчет после закрытия смены и катаемся. Ну что, вот телефон зажужжал. Это значит, что у нас сегодняшняя смена с вами, друзья, закончилась. Давайте проверим, вдруг чаевые упали. Закроем приложение с концами.
и откроем его снова. Так, тыкаем закрыть, принудительно закрывается и снова открываем. Так, а что у нас тут? Поменяет цвет и... Нет, все та же самая цифра. 1504 на сегодня. Вот так вот. Молодцы мы с вами. 1504 рубля. Точнее, 1503.50. И сделали 9 заказов. 17 до 21. Это на 4 часика. Если начать свободный, нет, не будем начинать свободный. Было бы круто, если бы он сейчас бы предложил смену и до 11, к сожалению, нет. Так что завершаем и едем до лавки и потом домой. Такой вот план. На РМК у нас никого. Тоже спасибо всем, друзья, что смотрели это видео. Остальные и следующее будущее. Я желаю вам счастья, любви, бед. Удачи, добра и позитива. Всем пока-пока. Сейчас будем людей пугать. Пройдемся. Thank you.